Привет! С вами Алена Ковальчук и очередной выпуск видеоблога, в котором мы продолжим детскую тему. И сегодня я отвечу на такой вопрос. Почему так бывает? Люблю своих детей очень, но с одним ребенком общение происходит легче, чем с другим. Как исправить эту ситуацию? Она действительно доставляет дискомфорт. Мария. Мария, важный вопрос. Хороший, и поэтому очень хочу на него ответить, потому что он доставляет дискомфорт не только вам, а я уверена и многим другим женщинам. И хочу сказать, что и у меня тоже разные дети вызывали разную степень сложности, да, в общении с ними. То есть я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Это действительно приносит большой дискомфорт. И я хочу, с одной стороны, объяснить причину, почему это происходит, и с другой стороны, дать инструмент, что с этим сделать. Причина – это карма. У нас разная карма с разными душами. И те души, которые приходят в качестве наших детей, у нас с ними тоже есть разная карма. И если нам с ребенком легко, значит, у нас с этой душой хорошая карма. Мы много делали друг другу хорошего в прошлых жизнях. Точно так же у детей друг с другом есть какая-то карма. Поэтому вы можете видеть, что у каких-то детей, вот у меня четверо детей, да, и у них конфликты возникают избирательным образом. Да, у кого с кем возникают конфликты, это очень отличается. И я вижу, что это не объективно, да, то есть это прошлая карма какая-то. Точно так же и у вас с ребенком, у вас с вашими детьми есть разная карма. Вот с той душой, с которой у нас более сложная карма, очень важно эту карму исчерпать. Потому что если душа приходит к нам ребенком, это значит, что у нас есть какой-то долг перед этой душой, да, мы должны ей отдать. Если есть особенно какие-то трудности, значит, ну, как бы здесь побольше кармы, надо побольше отдать. Поэтому, несмотря на то, что с каким-то ребенком может быть намного труднее найти общий язык, если мы вот возьмем ответственность за эту ситуацию и начнем прикладывать усилия, это мой ребенок, я очень его люблю, я хочу, чтобы он был счастлив, и начнем давать ему много-много любви, может быть, намного больше, чем другому ребенку, с которым у нас нет таких трудностей, то через какое-то время карма начинает исчерпываться, негативная карма, и у нас начинают меняться отношения с этим ребенком. Вот у меня так было с одним из детей, мне было очень сложно, многим было сложно, но в нашей семье, да, но когда я стала отдавать вот этот долг кармический, когда я взяла ответственность и стала давать очень много любви, столько, сколько нужно, столько, сколько нужно, стремилась понимать, стремилась слушать, стремилась понять, как этот ребенок видит ситуацию. И это вдруг начало через какое-то время приводить к такой отдаче, к такому результату. У нас совершенно изменились отношения, ушли многие конфликты не только у меня с этим ребенком, но и этого ребенка с другими членами семьи, и еще и там с внешним миром. То есть здесь есть очень большой потенциал. И стало легко, стало легко. То есть вот когда карма заканчивается, нам становится легко. Поэтому первое, поверьте, что здесь нет никакой вашей вины. Просто ну, в прошлом у нас по-разному могли складываться отношения с разными душами, и могла остаться какая-то карма. То есть в этой жизни вы могли делать все совершенно правильно, не совершать никаких ошибок, но это какой-то прошлый груз, который вот пришел в виде ребенка. И если мы будем прикладывать дополнительные усилия, потому что там, где какая-то сложная карма, нам не просто любить, нам не просто находить общий язык, поэтому нам нужно прикладывать дополнительные усилия к этому. И если мы это будем делать, эта карма закрывается, исчерпывается, и отношения с этим ребенком могут на всю жизнь стать глубокими, искренними, доверительными, простыми. То есть здесь очень-очень большой потенциал, поэтому я очень хочу вас с одной стороны утешить, с другой стороны вдохновить, попробовать поработать с этой кармой, попробовать в этой жизни ее закрыть, исчерпать, проявить, может быть, какое-то дополнительное терпение и усилие и прийти к гармонии. И я надеюсь, что этот
выпуск был полезен для многих, потому что то, что я говорю, мы можем применить не только к ситуации с детьми, но и вообще к любым сложным отношениям в нашей жизни. И если это так, если это действительно было полезным, то ставьте, пожалуйста, лайки, делитесь с друзьями, подписывайтесь на нашу рассылку, потому что там я всегда делюсь чем-то особенным со своими подписчиками. И создавайте жизнь, в которой будет много гармонии и радости для вас и окружающих вас людей, потому что вы этого по-настоящему достойны. И до новых встреч. Пока-пока.